Ну здорово, ребятки, здорово. Полетим сейчас смотреть с вами русскую рулетку. Liars Bar, бар врунов. В общем, давайте сразу переходим к делу. Список лобби, quick join, быстро. Значит, это по сути верю-не верю игра. Детская карточная игра, верю-не верю, хрен там. Что-то у нас сегодня с соединением какая-то поебала творится. О, давай будем за зайца играть. В общем, верю, не верю. Сейчас будем кидать карты. Тут можно кости или карты. Ну, вот хост, человек, который создал игру, он выбрал карточную. Будем кидать карты и заявлять, допустим, что это там дамы, тузы или короли. Салам алейкум, дюшпаны. О, блядь, понесла. Все, вы Толя Воровская, да? Салам алейкум. Что, блядь? Что, блядь, на русском? Да, бля, я никогда не пишу. Красава. Бля, я только правду буду говорить. А меня не слышно. Красава, Марат. А, слышно. Ну, блядь, все, блядь. Иорина. Че за чел к нам попался, дикий? Так, стол тузов, да? Даниэл Гонг какой-то. Этот F. Так, стол тузов. Давай кинем вот так вот. И скажем, что это два туза. Поехали, говорит. Поехали, поехали. Короче, собака наебешь, фигей. Поехали. Собака наебешь, ты гей. Короче, тут это русскоязычных половина сидит. С тобой, бля. Давай три эйса тебе. Вышли, бля. Нихуя, бля, да. Ты терпишь, свин? Терпит. Терпишь. Да, то я тоже терплю, бля. Вот это я попал в движуху, залетел. А то обычно импорт что-то пиздят. Бля, я проверяю сразу. Да нету тузов там. Лая. А он туз. Он туз кидал. Я сразу сказал, проверяю сразу. Красава. Да я нихера не было кинуть. У меня ноль, блять, было тузов, я хуй знает. Что ты спаришь? Фара накачала, крутая. Шо ты такие, блядь? Ебать, тут на всех языках. И арабский, блядь, и иврит, и русский, и украинский. Собака сутула. Собака сутула. Шо ты свинка, да, блядь, сало нахуй. Ебаный, блядь. Слышишь, карты ходить должны, слышишь? Сейчас тузы скидываем. Проснул. Ну вот и сразу помирились. Я сейчас тузы скидываю. Нет, сейчас короли. Сука, учёба, сказал тузы. Блять, ну короли, брат. Он его наебал. Ну-ка, это сильно. Это самый веселый стол за все время, что я залетал. Я не так много играл, ну короче, нормально. Куда тебя за тупо? Я им пока ничего не хочу. Там короли были, ты конченый, мне сказал, что туз. Стен, блять. Сейчас короли, я им объявлю потом, но если они меня слышат, что их на ютубе можно будет посмотреть. Так, сейчас тузы у нас. Да, никогда не пишу. Ёбок, а, ну все хорошо, не ебал. Сейчас тузы. Я, блядь, короли кину, сейчас тузы ебал. Ауэй. Ну все, тихо. Так, давай поставим два туза. Ебать, вы че, ебанутые? Да, мы ебанутые. Блять, сын, поверь, ебанутые, пожалуйста, фух, прокатило, все, нам похуй. Никогда не обманываю. А мы сейчас поставим три туза. Да я уже с третью хатку играю в этой игре только. Меня сука, слышно, пацаны? Меня слышно, пацаны. Я никогда не обманываю, сука, лис. Получает. Ладно. Молодые люди. А что палишь, чурка? Демоны. Так, тузы. Вот, у нас есть Devil Tooth. Наёбка, наёбка. Канал Bad Meta, пацаны. Пиздец. Сейчас я в чат напишу. Лая.
Куда тебя за тупок? Пока сутулая собака. Не-не, пронесет. У него первый выстрел только. Да. Блин. Обычно у меня счастье такое, что я с первого выстрела себе башку пробиваю. Так, у нас стол королей. Королей хоть хуем бей. У нас никогда один только. Никогда это не пижу. Вот этот человечек сидит непонятно. Он или не понимает на русском, или морозится. Скорее всего, нет, он не понимает на русском. Два туза кидаю, говорю, два короля. Да, 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 да. Короче, видос недолгий получится, походу. Пока, Милфа. А, все понял. Третий мимо. У меня осталось три выстрела. Но по-любому следующее это, блядь, будет мне пиздарики. Так, стол тузов. Походу долго получится видосик у тебя, да? Да ну, пацаны, чем дольше, тем лучше. Поржать хоть можно будет. Я эту игру чисто купил, потому что здесь читеры играют, это прикольно, когда уходят. А как тут чит? Тут читеры, если я не в курсе. Ну да, типа они там башкой могут далеко двигать, они угарные, понял? Там могут за барную стойку идти, там угарные, короче, софтеры. Ну, а я таких сейчас... еще не попадались. Но вообще читеров, конечно, гасить надо, они убивают вообще игровую индустрию. За барную стойку. Типа, они туда прикольно, не проигрывают, не выигрывают, они им ничего не дают, это чисто чтобы поржать. Я бы, если был бы разработан, это такое оставил бы, но прикольно поржать, не знаю. Не, ну чисто для фана, да, а так, когда в соревновательные процессы типа, тебя хакают, это хуета. Ну если бы он мог попытаться посмотреть карту, то там будет у него со стороны там показываться знаки восклицания, типа. Вон, друга нашего приделали. Братан, крепись. Поживем еще, поживем. Давайте хотя бы минут на 10-15 видосик, чтобы залетел. А кто хостил эту игру? Когда, брат, у тебя ролик выйдет? Ну, завтра я сегодня отмонтирую. У меня сегодня три ролика на монтаже. Завтра я его выпущу. Я написал в чате Бэдмета. А это где? Ютуб, ТикТок? Ютуб, ютуб. А, секунду, подожди. Так, у нас стол королей. Давай кинем две дамы. Two kings. One king. One. Там, если что, в телегу, там по ссылкам в описании, группа в телеге, слушай, залетайте, я там подписчиков, да? Да, 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 я там ключи раздаю, розыгрыши, короче. А, сука, меня выкинули. Меня выкинули. Это походу или хостер меня выкинул, или я хую знает что. Что случилось. Ладно, пойдем еще поиграемся. Ну нормально, пацаны, короче, придут на канал, посмотрят себя. Basic. Basic. Devil. Мы лисичкой поиграем. Но если честно, мне что-то не нравится, как сегодня игруха себя ведет. Очень как-то все подлаги. Такого не было. Я не знаю, обнову я просто пропустил. Там миллион игр каждый день обновляется. Была обнова, не была. Может, они какой-то патч закинули. Может, сеть у нас тут. Сеть, ну, короче, и хакают, и интернет, короче, ломают. Времена такие сейчас. Ладно, это все хуйня, ребят. Сейчас посмотрим, что мы с этими волками, быками и свиньями сможем сделать. Так, у нас стол тузов. Туза, блядь, ни одного. Два короля, две дамы, джокер. Ладно. Ну, давай я дам ему два туза. Какие нахуй тузы, блядь?
Чё ты сидишь, этот застыл, блядь. Красава, блядь. Ой, сидят два пизданца. Ничего, я ваши ники запомнил, мы вас найдем. Плах. Ух, пронесло. Слушай, у нас на видео сегодня еще ни одного трупика не было. Никто не подстрелился. Ладно. Мой ход, да? Так, стол дам. Две дамы. Тут машет. Не. Чё ты, бычара, молчишь, сидишь? Вобзик, вобзик. Ну лайер. Давай, правильно, лайер, блядь, ещё и какой лайер. Давай, меня не испачкай только. Сука, пронесло. Ладно. Ладно, ладно, ничего, ничего. Так, дамы, у нас дам, блядь, ни одной. Это пиздец. Джокер, два туза, два короля. Два туза, два короля. Ван квин. Лайер, блядь. Сука. Бычара невозмутимый сидит, короче, такой, блядь. Вообще, за мышку человек не трогает. Давай, в глазик. Дамы, дамы, едем, блядь, дамы. Дамы, дамы. Ну, давайте кинем три туза и скажем, что это три дамы. Сука, блядь. Эти, короче, прямолинейные. Ну, импортные. Они прямые, блядь, как дебилы. Они в эту игру. Ладно, будем их ебать теперь. О, вышел, блядь. Менеджер, посмотри, что там. Всё, пизда. Сидят довольные, головами машут. Прикольно, прикольно. Короче, минус. Не, ну мы не будем, мы оставим. Давай еще одну каточку. Мы не будем продолжать смотреть, как они там. Короче, один раз нас вынесли. Ну ничего страшного. Ну с импортными они мало есть. Попадаются веселые импортные. С ними прикольно играть. Они чудят там за столами. А в основном, конечно, такие все полумраки. Или вообще детвора, которая как бы... Так, дайс нет, подожди. Не хочу, дек. Чё так долго? Вот же, три из четырех, вот три из четырех. Китайцы, корейцы, кого тут только нет. Одни китайцы, посмотри. Так, давай мы за хитрую лисичку. И понеслась. Я так понимаю, мы на китайский стол залетели. Ну пофиг. Ну алё, начинай, блядь, хостер. Это у нас бейсик, он играет без девил карты. Ну ничего страшного. Давай мы сейчас включим каменное лицо и не будем шевелиться. Мы хитрая лисичка. Пусть они будут в панике, он там... Тип на гитаре лобает что-то там. Владимирский централ, ветер северный, этапа мастери зла немерена. Лежит на сердце тяжкий груз. Так, пардон, чуть не туда меня понесло. Two kings. Two kings. Three kings. У нас короли, да? Three cards. That's daring. Слушай, давай мы скажем, что он пиздун. Три короля.
Нет, блядь. Ну это я знаю, это такой, видно уже, который... Китайцы. Хунтинь-чан-чан-чан. Пошли в жопу. Свинорыл. Ладно, свинорыл, я тебя запомню. Ты меня теперь не пролезешь, нигде. Так, стол тузов. Давай два короля кинем. Два туза, вот так вот тебе. Джессика Рэббит. Кто смотрел, кто подставил кролика Роджера, помните? Джессика Рэббит. Жена его мультяшная была тоже в красном платье, зая такая. Только она была не заяц. Она была тёлка. Ну, короче, в таком же наряде. Все то же самое, только вместо ушей и заячьих прическа длинная женская. Давай один туз. Я тоже скажу один туз. Блять, надо было кидать даму. Да. Так, это сейчас пиздит. Смотри, задумался, задумался. Нет, блядь, ты пиздишь. Liar. Я тебя поймаю, сука. Та, ёб твою мать. Ты что, сука, yeah. Самый честный? Look, don't fail me now. 没牌就敲跟谁学了? 黄清桥! 你好! Китайозики, китайчики наши, братики. Нихао, братья, блядь. Сейчас все сделаем. Так, стол тузов. Понеслась. Сука, как же мне поймать этого хуя? Свинорылова. Нате вам, блядь, три туза тогда. Да, три карты, блядь. Нет, блядь, не лайер, обломайся. Прощай, среди снегов, среди зимы, мы не увидимся уже. Прощай, прощай. Повезло. Окей, окей. Окей, едем дальше. Так, понеслась, стол дам. Блин, хочется Девила. А, у нас бейсик без Девила. Классно, Девила кидаешь, этот следующий говорит, не верю, лайер, типа, открывает, а там именно Девил дама, и все берут стволы и стреляются. Так, дамы, что у нас? Три туза, блядь, и две дамы. Ну, дама-жокер. Ладно. Алло, зая, ты что там, заснула, дреманула? Одна дама. Сейчас все будет. Блять, расклад хуёвый. Три туза, две дамы. One queen. Two queens. Two queens, да? Давай мы кинем три туза и скажем три queens. А ну еще. А, обосрался в прошлый раз на тройничке погорел, блядь. Блять, он по-любому три дамы у него было. Я две дамы скажу, не буду ему трогать. Пусть они остаются сами. Пусть они между собой теперь воюют. Когда остаются двое, и кто-то выкидывает, последний скидывает карты, автоматом следующий говорит, типа, не верю, лая. Поэтому, наконец, всегда, как бы, есть смысл оставлять именно правильные карты, которые соответствуют раздаче. Потому что у тебя будет последний ход, допустим, ты обязан даже одну карту. Если у тебя останется, ты ее скинешь, и автоматом соперник скажет лайер и проверит твою карту. Поэтому, наконец... Лучше оставлять, если ты остаешься где-то один на один. В общем, такая тут чепуха работает. Так, у нас стол королей. Хоть хуем бей, ни одного, аж один. Так. Дамы, тузы, королей. Ну, сейчас надо только кого-то сбривать. Надо будет свинорыла сейчас брить. Кричать, не верю, и все. Или еще один кружочек его пропустить, чтобы он расслабился, да?
two kings. Вот это вообще срасануть. А я положу две дамы. Two kings. One king. Пролезла. Слушай, ну поросенка надо бомбануть сейчас. One king. Блядь. Two kings. Два короля, блядь. Сука, неправильно я сделал. Надо было свинью гасить. Ну, как говорится, рулетка дело такое. Чё ты там машешь гривой, ты, блядь? Обезьяна. Ой! В общем, короче, ребят, пошел в жопу, что пиздит. А вот такая вот игруха прикольная, да, получается? Можно вот так сидеть, наблюдать, допустим, теперь, кто из них. Пепси. Хуепси. Вот такая вот прикольная игруха. Кстати, ее можно будет на стриме пошпилить. Если что, пишите в комментариях. Запилим стрим по ней, будете мне писать, что там делать. Пропускать или вскрывать их. Веселая игруха, можно, да. Тут и общение есть, короче. Да, она мне напомнила очень Poker VR. Есть на канале, можете в поиске на канале забить Poker VR. Там несколько видео по ней есть. Напомнила очень сильно. Прикольно, вот когда есть интерактив... Осам. Ну, китайцы. Кого тут только нету, и китайцы, и, блядь, монголы. В общем, давайте, ребят, до встречи на следующем видео. До встречи на следующем видео. С вас лайк, подписка, комментарий. Не забываем про телегу. Ключи, розыгрыши, все там. Подписывайтесь, все будет там самое интересное. И до новых встреч. Всем мира, добра и здоровья. Пока.